seen that. Если Архида чтит традиции, а я убью его критиев, он может обрушить свой гнев на Повсаде. Так хорошо было на Кефалинии. Все просто. Пусть даже Маркос был болтливым глупцом. Элла! Давай! Элла! На! Опасное место. Thank you.
Давай, вперед!
Давай. Давай. Элла! Ты Алексиос из рода Агиадов? Верно. Я Ксанфа, магистрат Питаны. Хочу попросить помочь мне в одном благородном деле. Мой сын скоро начнет военные тренировки. Мой муж на войне, а я занята делами государства. Можешь сопроводить моего сына? Я отведу его к главе лагеря. Он станет мужчиной, как его отец и брат. Или погибнет на этом пути. Для меня будет честью начать его спартанское воспитание. Тебя к нам послал сам Зевс. Волю богов я знать не могу, но твоему сыну помогу с радостью. Мой младший сын – мечтатель. Голова забита сказками. Ему нужно научиться служить своему народу и семье. Это нелегкий путь. Он обретет славу, как настоящий спартанец, или погибнет на этом пути. Нет лучше способа почтить Спарту. Лагерь ты найдешь к юго-западу отсюда, у подножия гор. Макарий, иди ко мне. Здравствуй, я Алексиос. Я очень рад встрече с тобой. Не терпится научиться драться, как мой брат Фиор, и услышать все о твоих приключениях и сраженных чудовищах. Сюда, Алексиос. Тренировки проходят высоко в горах. Так мы ближе к Олимпу. Каково это быть наемником? Ты делаешь, что должно. Брат говорил то же самое о жизни в Спарте. Мы учимся биться, умирать за семью и за страну. Быстрее бы! Любишь Спарту, да? Да. Мы сильны и свободны. Любой мужчина с радостью отдаст жизнь за свой город, за товарищей и детей. И сколько же у тебя детей? Ни одного. Но я вырасту и женюсь на Афине, и у нас будут сильные сыновья. Ладно. Знаешь, почему спартанскому солдату дозволено потерять шлем и меч, но за потерю щита его накажут? Ну? Потому что шлем и копье солдату нужны, чтобы оборонять себя. А щит позволяет укрыть своих товарищей. Осторожно! Да!
Как много крови! Смерть горяча и липка. А что твой брат? Фиор? Он лучший! А как он выступает на играх? Он быстрый, сильный и метает копье и диск дальше всех! О, да? Я быстрее всех среди мальчишек, но Фиор вообще как Геракл. Прямо бог воплоти. Он мой герой. Он и поет, как Орфей. А хочешь, я тебе спою? Правда, мама говорит, я пою, как Гарпий. Нет, спасибо. Буду рад встрече. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зевс, спаси! Кайра, у тебя новый ученик. Макарий, сын Сериуса. Точно! А когда я увижу брата? Тихо! Никаких вопросов! Главное, твои обязанности. И не говори без разрешения. Понял. Здесь ты узнаешь вкус грязи и крови. Тысячи жестоких уроков перекуют тебя в бронзовый щит, что так нужен нашему городу. Понял. Итак, Мистий, похоже, ты побывал в паре драк. Скорее в паре сотен. Не люблю оставаться в долгу у противника. Ха, слова настоящего воина. Может, покажем этим желторотым птенцам, что к чему? Битва титанов! Устроим представление на века. Ну, какой бой! Ты бился как Ахилл! А, ты и вправду обладаешь силой богов. Сражаться ты умеешь. Так что поговорим о делах. О! Два моих ученика пропали. Мне нужно, чтобы кто-нибудь отыскал их. Они должны уметь постоять за себя. Да. Но в мире много опасностей, а я не могу оставить свои обязанности и найти их сам. Я поищу их. Расскажи все, что знаешь. Чем они занимались? Я отправил их в лагерь дозорных, чтобы они пару дней прожили там сами. Они должны были понимать серьезность задания, но когда я пришел туда, их не было. Как думаешь, с чем они могли столкнуться? Они учатся замечать волков и медведей, но следов не было. Возможно, это был другой зверь. Двух пропавших учеников звали Акамос и Фиор. Фиор? Это брат Макария? Да, он. Боюсь, я подвел магистрата. Попробую поискать в лагере. Земля выжжена. Видно, кто-то обронил факел. Чей-то щит. Это дурной знак. Следы битвы.
тело. Не похож ни на Макария, ни на Ксанфу. Видно, это другой мальчик. Следы. Кто-то бежал в сторону гор. Должно быть Фиор. Давай, давай! Нашел. Давай. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Я был уверен, что мне суждено погибнуть. Как тебя зовут? Фиор. Твой брат тебя обожает, и он будет рад тебя видеть. Макарий? Неужели для него пришло время Агоге? Да, и его наставником стал Иатрокл. Будьте прокляты, боги! Брат еще не готов! Этот мир жесток. Но приложив усилия, мы можем защитить тех, кто нам дорог. Не знаю, смогу ли взглянуть в глаза брату. Всем моим братьям. Конечно, сможешь. Макарий обожает тебя. Черпай храбрость в его любви, и ты одолеешь свой страх. Найди щит там, где его бросил, и возвращайся в лагерь. Скоро снова встретишься с братом. Спасибо тебе. Хорошо. Скажи матери, что она будет гордиться сыновьями. Фобос, вперед! Yeah!
Нашел. Что ты хочешь рассказать, Мистий? Макари преуспевает в Агаге. Его наставник и отрокол суров, но мальчик вырастет сильным и храбрым. Если боги пожелают, он справится и возмужает. Не просто расставаться со своим сыном. Он умен и пылок. А Фиор будет направлять и вдохновлять его. Они помогут друг другу. Ты обладаешь мудростью Афины, хозяин Орла. Ты спас нашу семью. Здесь есть те, кому ты нужен, хозяин Орла. Ты поможешь людям, вдохновишь их, а я, в свою очередь, награжу тебя. И кому же? Крестьянка Ланики и несколько знатных женщин. Зита, Дамия и Зейкса. Я найду их и узнаю, что им нужно. Да поможет тебе Диаскур. Попробую найти укрытие. О, Гера и Афродита. О, ты почтил этот храм своим. Я не трудность. Я спартанка, которую ты держишь дома. В то время, как я могла бы путешествовать по миру. Путешествовать? А, ты же тот самый хозяин Орла. Прошу, научи мою дочь вести себя, как подобает спартанке.
Если вы обе согласны, я научу твою дочь быть настоящей спартанкой. Мама, хозяин орла прав. Зови меня Алексиос. Ну, раз хозяин орла так говорит... Начнем тренировку с бега. Но спартанцы не бегут, только трусы. Почему я должна бегать? Сильные ноги помогают дальше метнуть копье. У тебя они сильные. Побежим по театру, ко входу в Дромос. Кто проиграл, тот дохлая коза. Ну, наконец-то. В другой раз обгоню. Теперь езда верхом. Но не как на Олимпийских играх. Будет по-другому. Лошади? Возиться с грязными животными? Я что, илот? Это очень сильные животные. Ты не почувствуешь, пока не сядешь верхом. Хм, раз ты так говоришь. Ладно. Поскачем к мосту на юге Спарты. Ну? Вперед! Вот это мастерская езда. То есть не разбирая дороги? Как тебе мои уроки, Зафира? Неплохо. Но почему ты взялся меня обучать? Неужто подвиги надоели? Поиск сокровищ, свержение тиранов. Секрет в том, что обучая кого-то, ты тоже улучшаешь свою технику. Так мы вместе совершенствуемся. Ты покажешь мне свою технику? Чему ты бы хотела обучиться теперь? В холмах к югу отсюда можно полюбоваться видом. Пойдешь туда со мной? Я уже любуюсь, но пойдем. Скажи, птица всегда следует за тобой? Икар? Да, он всегда за мной присматривает. Ты ревнуешь? Раз ты не против зрителя, я тоже. Зевс наделил тебя особой силой? Ну, знаешь, Ахилл неуязвим, а Геракл необычайно силен. Ах, если ты помнишь легенды, то должна знать, чем славится сам Зевс. Если твоя сила в этом, зови меня Пандорой. Красиво, правда? Очень красиво. Я начинаю тебя понимать, Алексиос. Правда? И кто же я, по-твоему? Ты отвечаешь на вопросы так решительно и властно. Любишь командовать, да? Может, ты права.
Но зачем ты привела меня сюда? Я подумала, что мы могли бы еще немного позаниматься, Алексиос. Если ты не устал. Что ж, начнем углубленную тренировку. Ну что, поехали. Магистрат Ксанфа сказала, у тебя что-то сл... Не урожай. Расскажи подробно. Мор, мало что растет, а ты ведь посланник Зевса. Я выясню, что случилось. Ох, хвала Зевсу, мои... Я поговорю с... Вперед, Фобос! Мисти? Хайре, твоя хозяйка... Случается всякое. Сухая земля, насекомые. Жаль. Как я могу облегчить твой труд? Моя мотыга никуда не годится. То и дело приходится чинить. Ты же не прикован к этому полю. Почему бы не сходить за новой мотыгой? Тебя избивали так сильно, чтобы ты оглох на одно ухо. Вот так я в прошлый раз ходил на рынок без разрешения. А, конечно. Я поищу мотыгу. Держи. Что ж, тебе можно верить. Слушай, вода в последнее время на вкус как ржавчина. Спасибо. Избит до смерти? Ужасная смерть. Да будет спокойным твой путь через Стикс. Обломки могли запутаться в сети. Может, тот человек был рыбаком? Не похоже на ножевые раны. Металлические доспехи, попав в воду, могли испортить ее вкус.
Этот запах будет со мной всегда. Ну, хоть вода в реке чистая. Говорят, в этом сезоне плохой урожай. Ланике хочет все больше и больше. Только по... Вовсе нет. Похоже, ты что-то знаешь. Живот болит, трудно собраться с мыслью. Где достать мяту? У хозяйки в доме есть сушеные травы. Объясни, почему у тебя нет мяты? Все снадобья у хозяйки. Я собираю и сушу травы. Я раздобуду мяту. Вот, держи. Нужные травы. От свежей пользы больше. Но все погибло. Есть только сушеное. Дальний участок поражен болезнью. Я видела такое лишь раз. Тогда у старого хозяина погибло все. Дальний участок? Удивительно, как на этом поле еще может что-то расти. Земля покрыта пятнами. Это нехорошо. На Кефалинии обрабатывали кожу чем-то ужасно вонючим. Земле это не полезно. Похоже, только огонь поможет покончить с болезнью. Thank you.
поверить не могу, что приходится здесь все убирать. Понятно, чего так злится Тефта. Больные растения я сжег. Вода в реке очистилась. Думаю, на этом все. О, тебя прислали боги. Ты постоянно смотрела на небо и забыла о том, что перед тобой. Боги не виноваты в том, что случилось с рекой и полями. Виновата ты! Что? Как ты смеешь? Ксанфа сказала, тебя прислал Зевс. Но ты такой же безбожник, как мои лоты. Проваливай! Яд, сгубивший поля, ничто по сравнению с ядом в твоем сердце. Давай. Yeah.
Поживее! Боги, мы не касались? Эй, ты куда прешь?